Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Revelations 2. Погнали. Играем за Барри, играем за Натаху. Только что мы прошли кран прошлой серии. Ебанутый какой-то, непонятный маленько. Но прошли и ладно, как говорится. И что же нас ждет за этой дверкой? А за этой дверкой нас ждет... Какая-то хуйня. Должно быть, это вход в шахту. Барри, есть одно место под землей. Думаю, там мы ее и найдем. Что-то вспоминаешь? Трудно сказать. Я это место не помню. Но, кажется, я здесь была. Ну, ничего. Просто нужно время. Не подгоняй себя. Полгода информацию по крохам собираю. Не остановлюсь, пока не найду все ответы. Итак, по-моему, мы тут были, блядь. Когда за... Клыруху играли. Или не были. Сейчас гляну. Повнимательней. И поймем, были ли мы тут. Места достаточно похожие. Развалины какие-то, вот это вот все. Там, нет, тут, по-моему, не были. Это вот и есть, наверное, лифт какой-то. В шахту, да, открыть я не могу. Очень странно. Но пойдемте наверх нам надо, как я понимаю. Как-то попасть на сам лифт. Итак, дымовой порошок нам нахуй не нужен. Винтовочный возьму. Газетки. Почитать нечего даже. Ладно, идем дальше. Сюда прыгать надо, да. Но подождите, а сюда? А сюда не надо. Так. Вагонетка. Вагончики валяются. Что-то надо с ними сделать? Подтолкнуть или что? Ох, нихуя себе. Эмблема башни. Не, вагон не могу толкать. А может спрыгнуть просто за этот забор? А, там вон лестница есть. А как я ее не заметил, блин. Так, взрывная бутылка есть. Лестница есть. Спускаемся. Блять, там еще что ли один? Еще коробка что ли? Точно. Что там? Хуйня какая-то. Ну я уж не возвращаться не буду, блядь, больно долго получится. Итак, в каждой серии какой-то, блядь. А! Подожди, а мы же и возьмем. Да ебаный рот. Патроны магнум. В каждой серии какой-то затупчик происходит. Подожди, а тут тогда чего? Здесь еще одна лестница, но куда она ведет? А, я мог просто спуститься, что вы хотите сказать? Ты еб, твою мать. Я не заметил ее. Так вот, в каждой серии какой-то затуп, блядь, что-то, какой-то момент происходит, блядь. Раз, затупил и все, блядь, не знаешь, что делать, блядь. А потом вроде... Потом вроде все нормально становится. Бутылка. Вот бутылка, блядь, бутылки нету. Для бутылки нету места. Посмотрим. У нас есть что смешать вообще? С пустой бутылкой нет, нихера. Ни хрена нету. Ладно. Тогда пойдемте в лифт. Спускаемся. П-
Патроны есть, аптечки есть. Это самое главное, на самом деле. Звук из браслета. Прошлое тебя догонит, фальшивка. И тогда ты сдохнешь. Точно долбанутая. Не иначе. Не волнуйся, доктор. Вместе мы сильнее. Вместе мы сильнее. Туда нельзя спрыгнуть, нет. Тут одна единственная дверь. А, нет, нихуя себе. Давайте глянем, что за этой дверью. У нас есть один набор для улучшения. Есть какая-то бумажонка. Предупреждение о ядовитом газе. Ядовитые газы идут из ближайших поврежденных трубопроводов. Кратковременное воздействие газов не опасно для здоровья. Длительное же воздействие вызывает затрудненное дыхание, потерю сознания и может привести к смерти. Во время работы принимайте меры безопасности и учитывайте время воздействия газов. Как мило, блять. Карта есть. Карта шахт. Есть пульки. Винтовочные. То есть сейчас будут нас травить газами, как Первую мировую, блядь. Отличные новости просто, блядь. Да, вижу газ. Новости закачаешься, блядь. Так. Вот это оставлять вообще нельзя. А это что, бумажка не работает? Нет. Газ. Дальше опасно, солнышко. Я все равно пойду с тобой. Ну, если ты уверена, то пойдем. Это дохлый, что ли? Старайся глубоко не дышать, а то эта дрянь попадет тебе в легкие. Ясно. Оп. Так, Натаха бежит? Бежит, судя по карте. Прибежала, что ли? Молодец. Там даже мухи эти невидимые подохли, блядь, я видел. Парочку. Сука, еще один такой же тоннель. Так, куда? Что-то тут вот есть. Блять, электронный замок, твою мать. Ёбаный. Эй, воздух-то нахуй не нужен, блять. Они и так уже... Да сука! И так сдохли, блять. Не знаю, куда бегу, но надеюсь, правильно. И я надеюсь, вот это включается вентиляция какая-нибудь. Блять. Патроны к штурмовой. Где ты? Есть. Десяточка. И? Нихуя. Это печально, блядь. А, вот эту хуйню заработал. Где, что за хуйня? Суки. Мертвые твари, блядь. Где вторая? На, нахуй. Ползаешь, что ли? Ты волчара, блядь. Еще один. Сука, перезарядка, блядь. Так, есть. Патронов от пистолета что-то давно не находили, кстати сказать. Блядь, как заебись, что у Барри есть фонарик, а? Что это, блядь? А,
все ниже и ниже. Она как раз там. Ну там газ. Давай поищем спуск. Может быть, поискать противогазы? Мне кажется, это было бы разумно. Так, ослабление отдачи уровень 2. Ослабление отдачи уровень 2. А, типа на пистолет только что. Не понял, блядь. Какого хуя? А, это может быть на магнум? Точно, блядь. На магнум. А вот на это могу? Могу. На штурмовую. У нас есть ячейка. Адана. Стоять? Вижу. Что-то. Сколько у нас там ячеек-то осталось? Давайте глянем. Блять, две всего лишь. Но есть бутылка пустая. У нее можно с чем-нибудь будет смешать. Тут ничего. Она так, может, пролезет? Блять, патроны лежат. К штурмовой. Нет. Не пролезает. Блять, ключ от подъема. Этот лифт может спустить нас вниз. Это лифт, оказывается. Ну подождите, а там что за дверь тогда? Ну тут больше. Блять, нихера себе тут комнаты, блять. Рот. Там не один. Так, ладно. Второй где? О! Сдох, что ли? Куда ты, блядь? Сука, закрыто с другой стороны. Нет, 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 не кидай. Ты можешь залезть вот здесь просто, блядь, тупо. Так, ладно. А здесь я не могу залезть. Эта хуйня не двигается. Все плохо, все печально. Надо что-то. А, Наташка где? Слушай, я подсадить не могу. Может быть, вагон отодвинуть надо? Сука, точно, блядь. А у нее сил-то нету, блядь. Так. Нужен Барри, блядь. А вот этот хуило, интересно, сдохлый? Блядь, нихуя. Лежать, тварь. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Там еще один лежит, блядь. Точно вам говорю. Где Натаха? Да, Натах, ну ты че тут, блядь, не стоишь тогда? Зачем ты такой хуй туда убегаешь? И Барри, блядь, туда же, да. Ой, блядь. Нам надо открыть дверь с другой стороны. Так, давай, давай. Ну! Ты не можешь туда залезть? Что? Как не можешь? А почему?
Может, я не до конца отодвинул? Ну, я что-то сомневаюсь. А может, надо было в другую сторону? Хотя, какая разница? Да? В другую сторону, по-моему... А, рельсы есть. Не, во-во-во. Не до конца отодвинул. Вон там хуила, блядь, валяется. И еще один. Так, быстро открываем. Отлично. Барри, где ты, блядь? Ты нам нужен. Ох, ебать. Ох, ебать, колотить. Так, второй там валяется где-то. Надо сразу выебнуть. А он что-то, блядь, не в настроении. Так, подожди, зачем ты нам тут клетка? Патроны. Блять, патроны морно, мне некуда положить. Клетка. Нет, сюда не могу залезть. А куда? Я надеюсь, я правильно все сделал? Это вроде как прохода-то нет. А! Что? А вот так, когда он ящик несет, он не задыхается нихуя. А, вот, туда же нам надо ящик-то. Точно, блядь. Так, у меня, по-моему, в глазах уже темнеет, блядь. Так, Натаха, ты обязан это взять. У нас есть? Есть одно место, блядь. Там детали же лежат. Опа. Что там еще? Барри, блядь, какой хуй ты сюда приперся, а? Она берет тоже ящик, ничего себе. Давай. Что тут такое? Ну, что-то хорошее же должно быть. Как, ключка? Блять, ёптать. Места нет, прикиньте. Ёбаный рот. Пахучий химикат. И у нее нету, блядь. Так. Ну, только бутылку вот выбросить могу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Ключ от подъемника. Угу. Винтовочные. Записка. Дневник Шахтера 1. 11 февраля. Наконец-то у меня будет возможность работать на нашу благодетельницу на добывающем объекте. Буду теперь деньги лопатой грести. Похоже, на нижних уровнях делают фармацевтические препараты. До того, как меня наняли, я об этом понятия не имел. Чтобы просто пройти туда, требуется разрешение. Охрана там довольно надежная. Должно быть, там внизу делаются какие-то весьма важные дела. 24 марта. В исследовательском комплексе у нее работает свой персонал. Но и некоторые наши островитяне на нее работают. Все, кто работает непосредственно под ее руководством, получают солидную плату. Деньги, статус. Кто от этого откажется? Но в последнее время они приводят много новых людей, не особо умных или полезных. Просто люди требуются десятками. Входит множество людей, но не выходит никто. Думаю, где-то внизу есть еще один выход. Так ведь? Ага. Абсолютно верно. Так, ключ мы получили, можно въебывать. И сейчас сразу применим этот самый детали к оружию. Я сюда по лестнице перся или чего?
Вроде, да? Вон стол. За ним едят, блядь. Скорострельность. Скорострельность. А на чем у меня скорострельность стоит? Ослабление отдачи. Пистолет хуй знает, нужна ли, блядь, мне скорострельность. А вот на это я бы поставил. А я не могу. На пистолет. На пистолет могу. Ладно, погнали в другую сторону сходим, посмотрим, что там. А, ради интереса. Может, там нет, конечно, нихуя. А вдруг? А вдруг что-то пропустили? Вон там. Там дверь тоже есть. Это система вентиляции. Если мы ее запустим, она удалит весь газ. Ну это отлично, блин, будет. Там и лестницу я вижу. Система, ну я как понимаю, ее можно не запускать. Сдох, что ли? Как я точно попал, а? Сука. Так. Надо включить где-то. Блять. А, еще один. Еще что ли один не бежит? А, вон лезет, лезет, блять. Ну-ка, давай назад, дружи. О! Суки. Ты что, ёбнули, что ли? Патрошка, о! Патроны к пистолету, наконец-то. Вон еще один стоит. Так, нам надо включить сканер какой-то, да? Я так понимаю, надо вот эту хуйню двигать. Наверное, хватит? Или что? Походу, не хватит. Да, там еще одна комната есть, судя по карте. А вот и она. Так, на так убежал и правильно сделал. Ёбаный раз. Так, Наташка, давай-ка вали отсюда. Погнали-ка мы подышим. Подожди тут. Извини, нет. Блять, пошел ты нахер тогда. По-любому что-то хорошее. Блять, три замка и ёбнуться. Так, есть один. Второй. Третий, отлично. Давай быстро, что там? О, еще детальки. Взяли. Валим, 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 валим. Дышать. Уже сереет все вон. Так. Я так понимаю, когда вот экран сереет, серым становится, то уже пиздец начинается. Пиздец, товарищи, блядь. Не сработает этот залупа? Нет. Так, тогда давай залезем сюда. Подышим. И направимся, наверное, вот туда, что ли. Так, тут есть комната, что ли? Что это? Дневник шахтера, 2 апреля. Иногда исследователи относят коробки в подсобные помещения. Я случайно
Я заглянул в одну из них, в ней вроде был человек, вернее, то, что от него осталось. Но это безумие. Серьезно, это просто... это безумие, так ведь? Нет-нет, просто воображение разыгралось. Такого делать нельзя. Нельзя. Но в уме все равно возникают мысли. Теперь постоянно волнуюсь за свою семью. 15 апреля. Воображение взяло верх надо мной. Мне приспичило узнать, что внутри тех коробок. Проклятие. С желаниями надо быть аккуратнее. Там были трупы людей. Трупы моих товарищей с острова. Разрубленные на куски. Исследование? Ничто иное, как гнусное извращенное убийство. Эти коробки. Их здесь приносили каждый день. И если каждый раз... Это женщина. Мы ей доверяли. Думали, она нам помогает. А она нас просто использует. 25 апреля. Пожалуй, я отреагировал слишком остро. Решил, что дам ей шанс объясниться. Попросил о встрече, но просьбу она игнорировала. Потому сделаю так. Вытащу из нее правду силой. Надавлю ее немного. Она и расскажет, что тут творится. Я всю жизнь занимаюсь тяжелым трудом. Она худенькая женщина. Я с ней справлюсь, запросто. Мне эта идея не нравится, но что-то делать надо. А вариантов у меня нет. Кто-то должен взять и сделать, что надо. Это вполне могу сделать я. Алекс, я иду за тобой. Ты проклянешь тот день, когда решила с нами связаться. Я не думаю. Мне кажется, я вообще поебать, блядь, на твои слова. Давай, все, хорош. Блять, еще что ли комната? Целая шахта в натуре. Блять, все, экран сереет. Твою мать, надо на что-то залезать. Быстро, блять. Не вижу уже. Лестница есть. Тихо. Не умирай, Барри. Есть. Добежали, блять, еле-еле. Патроны. Хватанем. Ёбаный рот. Сука, мы такое видели, блядь. Я надеюсь, хотя бы ты одна, блядь. Нет, не одна, блядь. Что это за хуйню он там кидает? Так, сдох, да? Блядь, как я долго мочить, блядь. А чё бутылка не взорвалась, эй? Что? Гаси её нахуй! Хуеть, блядь. Ёбаный по башке. Ну, вот первую мы долго гасили, конечно. Вторую все-таки побыстрее. Это вы хотите сказать, вот здесь включается тот глазок? Блять, красной травы. Как? А чем забито-то все? Да, действительно, все забито. Ладно, трава нам не особо нужна, на самом деле. Будет печально, что если сейчас действительно что-то стоящее попадется. Живые, что ли? Они рычат. Нет, не рычат. Все, башку отстрелил просто. С такого невероятного расстояния. Так. Ну погнали, блядь, погнали. Бегом.
Блять, Барри, блять, сука. Не еби голову, на. Так, бежим. Бежим, блять, экран сереет, сука. О! Есть. Сейчас подышим маленько. Че это? Пистолет клинок самурая? Револьвер? Револьвер, блять. А сколько он ебашит? Так. Как нам посмотреть-то? А урон-то где, блядь? Или тут не говорится? Револьвер Питон. Ну ладно, потом посмотрим. Я уж не буду менять-то, естественно. Так, что-то мы тут заплутали, судя по всему. Немножко. Все, почти пришли, сейчас он там с правой стороны этой хуйня будет. Где она? Вон она. Оп. Так, где? Сука, а вы ползете, блядь? Так, Наташка. Куда ты бежишь, блядь? Ага, здесь есть выход. Так, а вот та самая хуйня. Лестница. Сразу опустим. А мы сейчас туда заходим, кстати. Нам, у нас же есть этот самый. Как я, блядь. Ящик для улучшения. Сухрим-то. Так, нормально. Емкость магазина. О, шикарно. 1100 огневая мощь. Нихуя себе, блять. Вот это огневая мощь, блять. Так, давай-ка мы его махнем. Револьвер Питон. Револьвер 2005М. Стой, надо как поменять-то, блять. Че, блять. Так, не понял, а где тот револьвер теперь у меня? Я выкинул, что ли, блядь? Эй! Как, блядь? Куда я его делал? Да ну нахуй. Сука. Не понял сейчас. Емкость магазина. Так, емкость магазина. А у меня только одна улучшалка, что ли? Так, 20 пулек, отлично. Питон, блять. Сколько? 8 пулек в барабане. Он барабанный, да ведь? Что не поглядел. Сука, а тот-то куда я дел? Я его уничтожил, что ли, случайно? Ну, блядь, ну почему я вот этот ебало удалить? Я не закрыть. Я не нажимал удалить, блядь. Ебаный по башке. Бери, блядь, обычный пистолет. Пошли нажимать. Запускай. А чё я сразу не запустил? Все, можно ехать. Можно ехать. Работало. Теперь можно пройти.
Оп. Ключ у нас был. Без Натальи? Как без Натальи? Да заходи, блин. Все, погнали. Твою мать, как обидно с этим револьвером. Там улучшалок было на нем. Наставлен. Чего это, Вескер, от тебя надо? Не знаю. Я с ней мало говорила. Мне тогда очень хотелось спать. Ладно, тогда придем и сами спросим. Там улучшалок то ли две, то ли три стояло. И все, по пизде пошло, что хотите сказать. Ты ж, ебаный рот. Так, это что тут такое, блядь? Будто прокисшая кастрюля супа. И не говори. Какое-то табло. А это что за, блядь, бомбоубежище? Может, это сейф? Протокол не обнаружен. А я знаю, у кого будет обнаружен. Нужна аутентификация. Полоса удачи закончилась. Не пизди. Протокол обнаружен. Доступ открыт. Наталья, ты как это? Не знаю. Я сразу догадался, что она сработает. Может быть... она переродилась в Вескер, но не полностью. Блять, вот это вот. Ты договорилась, старуха. Почему старуха-то, блядь? Ну, вроде не старая. Это паранойя, блядь, какая-то уже. Чё здесь? Бумаги. Журнал передачи образцов. Запрос материала для установки выращивания вируса. Количество 70 человек. Место промышленная зона, жители блоков 1721. Чё там? Нихуя. Ладно, я тут где-то коробочку видел. А где? Вот. Патрошки к пистолету нам пригодятся. Ебать, колотить. Тут целый замок, блядь. Какой-то подземный. Лара Крофт в игру в Tomb Raider, блядь, попали. Интересный интерьер. Прям как в кино. Мы могли бы тут жить. Ха, говори за себя. Я сыт по горло этими особняками. Особняк. Очередной. Ёбаный особняк. Ключ эмблемы, блядь. Знакомо. Пробежали патроны, блядь. И музычка. Отличная просто, как в первых резидентах, блядь. Нет, этот. Валяется, как текстура. Тут что? Жгут, нахуй надо. Идем налево. Ох, блядь, ты, сука, напугал, да? А тут еще комната. Сортир. Кто-то дристанул, блядь. Он же толчок, блядь. Своротил, блядь. У нас, по-моему, пустая бутылка ведь есть, да? Одна или... А, я ее выкинул. Ну тогда нахуй не надо.
Карты пока что-то не, никак не вижу этого особняка. Ох, нихуя! Сука, в руке что ли, блядь? Где ты, тварь? Куда? А, в ноге, блядь. Все пытаюсь найти какие-то сходства с другими особняками. А что-то пока не нахожу. Ключ-эмблема. Сохраняшечка прошла. Так, пахучий химикат. Мы там направо не пошли, блин. У меня что-то это прям... Кто-то моется, блин. Тут бутылка, блин. Давай возьмем. А там пахучий химикат валяется. Так, бинт не буду брать. Так, где он? Так, пахучий химикат, бутылка, бутылка-ловушка, отлично. Ну вот бутылки-ловушки, они интересно работают. Мне кажется, наиболее... Эти твари! Я надеюсь, они сейчас не вылезут все. Их создала Алекс! Всех! Ну, понятное дело, блядь. Надо сразу ёбнуть, блядь. А они просто вылезут сейчас сами и все. Все, блядь, одновременно причем. Лучше захуярим сразу, блядь. Да, конечно, пули, блядь, сейчас улетит. Много. Бил? Не убил. Ха-ха-ха. Давайте патронов, суки! Погоди, там какая-то... Какой-то проход там еще был. Или я пришел оттуда? Стой, 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 подожди, надо глянуть. Я откуда пришел-то? Я пришел оттуда. А тут тогда чего? Блять, без карты, конечно... Хреновастенько, я бы сказал. Я просто иду, блядь, вперед и все. Ну что такое? Три пули, блядь, к пистолету дали. Ну, ладно, хоть на этом, спасибо. Карта допуск первого уровня нам надо. А где взять? А тут сундук есть.
Блять, надо его... Где, где? На ноге. Ох, блять, разлетелся как. Это что, блять, пыточная, что ли, какая? Надага, твой выход. Там что-то лежит. Оп. Ну-ка. Рубин. Давно, кстати, не находили тоже вот всякой хуйни. Светящийся. Два замка всего лишь. Маляха-муха. Ладно, попали. Ох ты, нихуя себе, пакет нашли. Не зря мы сюда пришли, хочу вам сказать. А, что? Ящик патронов магнум? Какие, блядь? Я думал, блядь, пакет нахуй нашли. Расширение, блядь. Ёбаный проёбаный. А я уж так обрадовался. Расширение... нашего рюкзака. Ладно, тут, короче, нам делать нехуя. Но здесь есть дверь, которую, на... которую надо как-то открыть. И пока непонятно как. Не, ну понятно. Надо найти ключ. А вот где? Вот это непонятно. Так... Сука, тут монстры уже вот такие все, блядь. То есть не просто ходячие. Оп. Так, пустая бутылка. Во, карта он лежит, смотри-ка. Ну, возьмем бутылку. На всякий. Так, карта. Есть. Особняк, судя по всему, огромный. Отчет о вирусе Ураборос. Первое. Вирус Ураборос укореняется в органическом веществе. При введении в труп он создает ядро и преобразует органическое вещество вокруг этого ядра. Тем самым оживляет труп. Второе. Ядро управляет ростом органического вещества. При разрушении ядра процесс оживления прекращается. Третье. Вирус невероятно быстро размножается в органическом веществе. Если образец выберется за пределы этого объекта, весь остров превратится в кладбище. Необходимо строжайшим образом соблюдать меры безопасности. Думал, что и Ураборос сможет к рукам прибрать. А хуй там плавал, блядь? Дополню за Барри. Там что-то, кстати, он светится. А, о! Так. Не понимаю до сих пор, что вот эти за ящики с патронами. Ни хрена не прибавляется, блять. Право слово. А у меня нету, или... Че, у меня нету, да? У меня нету ни хера. Ящичков-то. И магнум я проебал, блять. Как так, нахуй? Непонятно. Второго уровня карты. Нужно. Так, вон мужик валяется. Первого уровня. Понятненько. Чё-то я тут, блядь, нажал. Первого уровня. Это где мы сейчас вылезем? Журнал утилизации объектов. Труп исследователя, которого убил испытуемый, отправлен в морг, расположенный в задней части смотрового помещения. Тело было стерилизовано. Личные вещи, в том числе ключи, также подверглись стерилизации и хранятся в морге.
Ёбаный рот. Так, все, у нас тупик, блядь. Ключ-эмблема. Три двери с ключами-эмблемами. Теперь погнали. В другую сторону. Мы сейчас с вами попробуем открыть ту дверь. Бля, 50 минут уже ебашим опять. Что ж такое-то, нахуй? Что ж такое, блядь? Тут на карте показывается, куда идти. Это вот не в духе старых резидентов. Я на самом деле даже не смотрю, куда идти. Все по памяти брожу, блядь. Хотя, что тут, посмотрел. Посмотрел вроде как, да иди. А нет. Привычка, выработанная годами. Слышь, блять, муха нахуй, ебаный рот. Очень близко. Ах ты, собака, блять. Летающая, блять. Блин, патронов нету от пистолета. Откуда ты взялась тут, тварь? А вот дверка. Опа. Сохраняшка прошла. Давайте тогда на сегодня закончим. Продолжим искать Алекс в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.